ну, он и есть сахар диабет. Пусть он теперь был. Пусть он будет был, да. Потому что я, когда узнала, какой у меня сахар, 19,8, у меня было ужасно, я не могла ни ходить, ничего. И я начала принимать вот этот магний водород. Пришла сюда на продукт. Вообще не думала, что здесь можно еще и бизнес делать, вообще не знала про это. И буквально через неделю, я заметила сахар 19,8, через неделю он у меня стал 13,5. Потом я опять измерила самое, один было. И вот завтра будет ровно месяц, да? Я вот измерила 4 дня назад, перед отъездом в Актау. Я вот в Актау слетала. И у меня сахар 5,1. Я, соответственно, с магнием водорода вот пью дабл самое. Правильно. И вот хочу сказать, кроме этого, я когда начала пить, у меня прошла чистка полностью. Потом хочу сказать, у меня был на третий день, у меня спотело спину, я ходить не могла. 3 дня я лежала. Потом я пошла МРТ сняла. Думаю, почему? Думала, у меня может это самое там грыжа или что-то такое. Оказывается, вот это действие, это магния водорода. У меня просто болевые, где у меня были точки, они начали у меня распаляться. Диагностируют. И я, в общем, взяла анализы все, да, перед тем, как начала пить. И вот теперь вот завтра, 2 апреля, я теперь анализы сдам, посмотрю еще результаты, какие за месяц. Да? И я просто пошла на продукт, начала предлагать своим подругам больным. Да? Племянница у меня, у нее псориаз. За 4 дня у племянницы вот этот псориаз, который у нее был уже 4 года, начал становиться коричневым. 4 дня. Начали, мелкие начали, ушли вообще пятна, а большие начали вот по краям, середина уходит, середина и по краям коричневая середина начала бледнеть просто. За 4 дня, вот, а я в Октаву поехала, специально к ней провели, как это все было. Поэтому, а насчет того, что бизнес, я начала всех на продукт приглашать, а кто мой спонсор, мне говорит, ты знаешь, ты там сколько заработала? Я просто хочу вам сразу сказать. Я за одну неделю заработала 140 тысяч. За неделю. Да, еще бесплатные продукты получил. В общем, продукция просто, я не знаю, это просто великолепно, слов нет.